Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. На посиделках мы связали следочек номер 14, не имеющий швов и с такими очаровательными, непонятно как выполненными полосочками. И сейчас на образце я покажу вам, как я выполняла эти полосы. Образец провязываю на машинке Сильверит 840, машина с нитеводом. Провязала определенное нужное количество рядов до начала полос, определилась с величиной этих полос. У меня полосы будут занимать 20 петель. Убираю рабочую нить из нитеводителя, ставлю в переднее нерабочее положение все иглы, кроме тех, которые будут выполнять полоску. Беру отделочный цвет, заправляю нить между первой и второй иглами в переднем положении. И провязываю ряд. Не забываю включить рычаги частичного вязания. Обвили крайнюю иглу, провязали второй ряд. Нить можно опустить вниз, она нам мешать не будет. Нитеводитель ставлю рабочую нить. Либо отключаю рычаги частичного вязания, либо вручную двигаю иглы в среднее рабочее положение, провязываю нужное количество рядов до следующей полосы. И повторяю эту операцию столько раз, сколько полосок мне необходимо при вывязывании данного изделия. Если это видео было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений и не пропустить следующие бесплатные вязальные посиделки, на которых мы с вами вместе свяжем очередное необычное креативное изделие. А также жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова.